В Сургуте усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Вместе с полицией на страже вирусной безопасности стоят и власти города. Специалисты контрольного управления, например, ежедневно выходят в торговые центры Сургута, чтобы напомнить посетителям о важности ношения средств защиты. С начала года в крупнейшем муниципалитете округа было составлено более 2000 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение режима повышенной готовности. Согласно КАП, при первичном появлении в общественном месте без маски гражданам грозит либо предупреждение, либо штраф до 30 тысяч рублей. При повторном санкция кратно выше, до 50 тысяч рублей. Добавлю, что распоряжением губернатора региона из-за роста заболеваемости особый режим продлен до конца октября. Если, допустим, как мы видели, гражданин сразу же исправил правонарушение, надел маску, то, соответственно, ему будет предупреждение. Но есть же такие граждане, которых, допустим, доставляют в отделы полиции, там уже соразмерно наказание возрастает. Но это только на усмотрение судьи, то есть не решает ни сотрудник полиции, ни сотрудник контрольного управления.